Ну вот, друзья, сегодня очередной поход в воду. Сейчас я... Ну, уже льда нету, конечно же. Но вода все равно хорошая. Нет, там лед еще есть. Вон. Лед имеется, вода ледяная. Сейчас я пойду на минуточки две зайду, наверное. Посмотрим, как будет палец реагировать на ноге. Пу! А потом надо будет с головой нырнуть. Она ледяная. Фу. Ой, какая она хорошая. Фу. Помним, да, тут важно дыхание. И слава богу, что вода будет еще и в апреле хорошая. Хотя вот кажется, солнце когда светит, кажется, что вода вообще просто такая. Ну, палец начинает отмерзать. Вот прям на левой ноге, средний палец. Он начинает... Начинается жжение. Ну, ноги начинают реагировать, уже прям больно становится потихонечку. Вторая минута пошла. Ай-яй-яй-яй. Если руки опускать в воду, то вообще... Фу, сразу вот опускаешь, и еще вообще начинаю. Палец ноги. Блин. Как она. Действительно, прям, ну блин, конечно. Ай, бля, больно. Ау. Уф. Ау. Вода ледяная. Ай, бля. Пардоньте, извините. Так, надо шевелить. Оф. Третья минута пошла. Спокойно, тихо. Блин, нога. Блин, левая, прям левая. Потрогать его надо. Ты капец какой, а? Шевелим. Потихонечку, спокойненько. Ну и 20 секунд. Посидеть еще. Фу. Нога. Палец. Блин, палец. Шевелись, работай. Так, давай. Четвертая минута пошла. Палец. Шевелись. Фу. Ну, мужик. Так, хорошо. Работаем. Уф. 4 минуты. Шевелимся. Ну, давай еще. Ну там все, просто уже, ну. Фу. Ну, 5-я минута пошла опять. Короче, я реально могу дольше. Охереть. Так, надо размять